Модерны работы Ирены Кульчицкой в 20 веке собирали полные залы выставок во Львове. Еще тогда художница считалась одной из самых сильных живописцев. Сегодня работы Кульчицкой и ее современникам разместили в зале Харьковского художественного музея. Галичина славилась своим модерном, потому что многие художники учились не в Петербурге, а учились в Кракове или в Вене. И корифей украинской графики Кульчицкая в начале 20 века, когда показывала работы во Львове, она, конечно, шумели ее выставки. О них говорила пресса уже тогда. Также на выставке можно увидеть работы известных художников, которые, обучившись за границей, там же представляли свои картины. Тогда, говорит куратор проекта, в Украине произошло столкновение двух стилей – модерна Западной Украины и реализма, который пошел от Репина. Музей рассказывают, выставка была подготовлена еще в 2016-м для участия в киевском проекте «Галиция культ». Однако сейчас она не менее актуальна, поэтому экспозицию решили представить в День соборности Украины. Хочется осмотреть каждую картину, каждую линогравюру, каждую выполненную в форме литографии. И, в общем-то, действительно чувствуется, что наш народ высокодуховный, народ творческий, и хочется пожелать ему продолжения тех замечательных традиций, которые существуют и в настоящее время. Всего посетителям художественного музея представили 70 экспонатов. Большинство полотен выполнены в стиле графики. Выставку харьковчане смогут посмотреть до 1 марта. Алина Курлович, Ирина Сайко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».